что-то строит. Кто-то строит карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это сплошная стройка. А наша работа за ней наблюдать. Сегодня мы в Симферополе, где строят. Здравствуйте, что здесь строят? Здравствуйте, здесь идет строительство Центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта. Ух ты, круто! Он такой красивый, покажете нам? Да, конечно. Да? Пойдемте посмотрим, что у вас тут такое интересненькое. Все в стекле, красота. Крыму еще никогда не было. Давайте вместе с вами посмотрим, что здесь есть. Бассейн для самых маленьких – 10 метров. Бассейн для физической подготовки на 25 метров. И, наконец, гордость не только этого комплекса, но и всего Крыма – спортивный бассейн на 50 метров. Объект сложный, очень много нестандартных решений было проектировщиком применено, но у нас все получается, мы выходим плавно к завершению. Конструкции готовы на 88%, монолитные конструкции на 98%, кровля готова на 97%, ведутся устройства перегородок, готовность перегородок примерно порядка 10%. Хороший материал, ну, работа хорошо идет. Нормально. Вот этот объект, он позволит и даст возможность заниматься огромному количеству детей, позволит готовить спортсменов высокого класса, принимать соревнования всесоюзного и международного уровня. Для этого есть все условия. В городе Евпатории тренируется порядка 60 детей от 2003 года до 2011 года рождения. И в городе Керчь в районе 60 человек, возрастная группа, например, такая же. У олимпийского вида спорта нет своего бассейна, своего дома, в котором мы можем тренироваться, сколько мы хотим, сколько надо. Тренируюсь уже 5-й год. В будущем хочу стать олимпийским чемпионом, это моя мечта. В Симферополе строится новый бассейн, я бы хотел попасть в училище олимпийского резерва и продолжить тренировки там. Сейчас уже просят нас Федерация водного пола России по водному полу, Федерация водного пола России по мини-водному полу, просят проводить соревнования в Крыму. Но на сегодняшний день у нас нет такой базы, чтобы мы могли обеспечить качественный уровень этих соревнований. С открытием бассейна, я думаю, что многие команды будут приезжать сюда на учебные сборы, и мы сможем проводить соревнования любого уровня. Ребят, мы желаем вам и вашей большой команде успехов, удачи, будем за вас болеть на всех соревнованиях. Все, давайте. Ну что, добро пожаловать на трибуну. Я заняла свое место, и, как видите, первые зрители со мной рядом – это строители, люди, которые создают этот монументальный объект. Ну расскажите, как вы тут работаете? Все получается? Ну, у нас все получается. Здесь совестно работаем, красиво и качество. Вот сейчас заливаем бетон. А, это вы сейчас вот сюда, да, как раз, да? Да, и лестница, которая вот на этом как-то. Вот, трудимся здесь. Здесь будут заниматься ежедневно более 200 спортсменов, будут группы, которые будут лечебной гимнастики. Поэтому мы надеемся, что здесь воспитаются не только здоровые люди, которые будут уметь плавать, но и будущие олимпийские чемпионы. На это очень надеемся. Так, ну что, мы сейчас с вами находимся на кровле. Как видите, она практически готова. Вот осталось, наверное, только снять вот эту пленочку. И
Это еще не все. Здесь метров 10, а мы поднимаемся еще выше, на высоту в 15 метров. Посмотрим, что там. Хочу сказать, что после всех лестниц, на которых я лазила, это просто лакшери вариант. Красивая. Блестит. Ой, а как здесь красиво. Так тут уже все готово, да? Серьезно? Добро пожаловать. А вид какой, посмотрите. Ух! Объект невероятно современный, я бы даже сказала, крутой. Только при создании этой крыши было использовано 1500 квадратных метров стекла. Просто фантастика. Плывут себе спортсмены, голову подняли и небом любуются. Класс. Сейчас мы протрем. На чистовую. Пол закончили. Так, и сейчас заканчиваем второй слой парапета. Парапет. Вот, все хорошего, все нормально. Пока жалоба нету. Так, и у нас жалобы нету ничего. Все у нас хорошо. Вот, горелка, рубероид, работает. Ну что, давайте представим, что там плывут спортсмены, и мы болеем за Крым. Да, давайте все вместе за Крым болеем. Давайте. Раз, два, три, будем Крым. Крым! 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 Вперед! Ура! Я думаю, где-то порядка 1000 человек спортсменов только сможет заниматься. Ну а с учетом там и малышей, и наших жителей, это будет, наверное, большое количество. Да, трудно посчитать. Да. Все зависит от того, как будет распланировано графики и часы тренировок. Евгений Константинович, вы мастер спорта по водному поло. Вот как оцениваете этот объект не только с профессиональной точки зрения, но и со спортивной? Ну, действительно, для Республики Крым это уникальный в своем роде объект. Таких, наверное, дворцов водных видов спорта в Республике нет. Я уверен, что в ближайшее время, несколько лет, Республика Крым начнет уже давать спортсменов для сборной России для участия в международных соревнованиях. Надеемся на это. А это строится объект в рамках какой программы? Это объект реализуется исключительно за региональные средства по так называемой программе РАИ. Стоимость объекта составляет практически 1,5 миллиарда рублей. Все ли здесь удается и вот какие нарекания? Ну, действительно, как бы в связи с тем, что главу республики поставлена задача данный объект ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года. Сегодня мы провели рабочее совещание с подрядчиками, указали, ну, как мне кажется, на абсолютно объективные замечания с точки зрения выполнения и соблюдения графиков работ. Подрядчик пообещал, что в кратчайшие сроки мобилизуется. Понимаем, что объект довольно-таки сложный. Пока особых нареканий к подрядчику нет. Еженедельно сейчас начнем контролировать объем работ довольно-таки серьезно, но мы уверены, что подрядчику это по силам. Мы вам желаем удачи. Спасибо. Все получится. Спасибо. Спасибо большое. Я верю, что здесь будут воспитаны олимпийские чемпионы. Однажды Крым удивит весь мир новыми спортивными достижениями. А пока что здесь ставят свои рекорды строители. И все это для того, чтобы... Чтобы, когда мы достроим этот бассейн, Крым вышел на новый уровень, воспитал олимпийцев, и ребята достигли высот. Желаю всем удачи детям, которые будут тренироваться
в этих бассейнах, чтобы были сильными, здоровыми. Чтобы здесь для спортсменов на самом деле вырастили достаточное количество известных спортсменов, мастеров международного класса, чтобы у нас были олимпийцы, которые участвовали и побеждали на Олимпийских играх. Желаю здоровья крымским спортсменам. В этом центре будут воспитаны новые чемпионы по плаванию, олимпийские чемпионы, которые будут украшать не только Республику Крым, но и всю Россию. Мы стараемся для детей, чтобы здесь занимались и были юные чемпионы Российской Федерации. Желаю всем ребятам побед и поскорее попасть в училище Олимпийского резерва в Симферополе. Ну, легкой воды в бассейне, если спортсменов такое понятие. Но я надеюсь, что через какое-то, скажем так, небольшой промежуток времени действительно крымские спортсмены будут занимать высшие пьедесталы на всех российских и международных соревнованиях будущего спортсменника данного шикарного спорткомплекса. Желаем успехов спортсменам! Ура!